Здравствуйте, в эфире новости Первого Карагандинского, в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. И снова крик души регрессников. И мне уже нету, на что я держу, не питаться есть. Заметьте я ему. В преддверии своего профессионального праздника экс-шахтеры решили устроить акцию протеста. Удалось ли договориться бывшим горнякам со своими работодателями, вы узнаете в репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. В Карагандинском государственном медицинском университете прошла небольшая конференция на тему актуальности истории преподавания на сегодняшний день. О том, как это было, расскажу я, Амина Смакова. Вопрос о тарифе на проезд нужно решать комиссионно. В связи с этим нужно создать временную комиссию. Карагандинские шахтеры-регрессники вышли на пикет. Причиной тому послужило то, что горняки, получившие ранее увечья и профессиональные заболевания, не могут добиться от работодателя материальной компенсации. Напомним, судебное разбирательство состоялось в июле текущего года. Тогда же областной суд обязал компанию погасить все долги перед инвалидами. Суд полностью удовлетворил требования горняков и своим решением обязал ArcelorMittal Темиртау погасить все долги перед ними. Однако по неизвестной причине Темиртауский городской суд данное постановление отменил. А кто меня не выпустит? Ты что? Кто меня не выпустит? Пошли. Ты что, пошли за что? Нет, Они повезли. Назначаем выплату немедленно и выходим на улицу. Все дела. У головного офиса угольного департамента собрались около 50 регрессников. Сегодня общее количество инвалидов-шахтеров акционерного общества ArcelorMittal Темиртау составляет более 300 человек. Ни один из них своих положенных денег от бывших работодателей до сих пор не получает. К слову, заседание суда состоялось в июле этого года. Тогда же суд встал на сторону инвалидов и обязал выплатить компенсацию, а также производить им ежемесячные выплаты. Однако до сего времени решение суда не исполнено. 26 июня там, или июля, все, вот этот последний срок, там это, альянс уже так зажали, там Министерство финансов, там все прочие там какие структуры есть вышестоящие, что они вот до 26 или 24 июля должны все выплатить. Ну, как бы успокаиваемся. Ну, июль прошел, август кончается, выплат так нет, так и нет. Страховая компания «Альянс Полис», в которой ArcelorMittal застраховал своих работников, выплаты прекратила. Объясняют они это тем, что при проведении тендера организация занизила количество несчастных случаев на производстве. Со слов карагандинских регрессников, все беды происходят именно из-за этого. Работодатели страховой компании не могут решить, кто из них будет производить выплаты регрессных. Кроме того, суд города Темиртау решение Карагандинского областного суда от 16 июля отменил. Такого хода событий никто не ожидал. И судья Мордашова принял решение, что все-таки выплачивать должна Альянс Полис компания. Вот и сегодня, не знаем, конечно, решается вопрос этот. Прокуратура области все взяла под контроль, почему именно такое решение. Мы все сами, для нас это очень неожиданное решение. И почему судья Мордашова принял это решение, непонятно. Отстаивать интересы своих мужей взялись и супруги регрессников. Сидеть сложа руки женщины больше не могут. Карагандинки ради того, чтобы получить положенные деньги, грозились идти на самые крайние меры. Жена бывшего шахтера, который не смог принять участие в митинге, Любовь Желябина, одна из них. Все, пусть эти деньги у меня уже нету, на что я держу, не питаться есть. Заметьте я ему, Однако у руководства угольного гиганта, судя по всему, было хорошее настроение. Год я не могу ни кушать правильно, ни лечение принять. Он лечение не принимает. Вы нас уже довели до крышки гробовой, и вы смеетесь, сидите. Да. Объясните, как нам жить? Дорогая. Затягивать пояса тоже дальше некуда. Переговоры и в этот раз не дали никаких результатов. Директор угольного департамента Жакан Мухамеджанов уверяет, что все выплаты должна производить страховая компания. Они обязаны, страховая компания, выплачивать по, на постоянной основе до, так сказать, пока человек находится на инвалиде. Пока он проходит медицинские заключения, это может и 15 лет и так далее. Страховой бизнес вообще это рисковые вещи, они должны в маркетинге очень хорошо работать. В свою очередь регрессники намерены обратиться в вышестоящие инстанции.
О том, что Темиртауский городской суд отменил решение Карагандинского областного суда, представители угольного департамента узнали только при встрече с экс-шахтерами. Потому все проблемы они обещают решить в самое кратчайшее время. А вот долги ArcelorMittal все же погасят. Однако когда, пока неизвестно. Мирамгуль Салкимбаева, Тулягин Рашид, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Борьба с распространением контрафактной продукции, опыт и перспективы. Под таким названием в Караганде стартовал республиканский семинар. Шахтерскую столицу посетили сотрудники Министерства юстиции Республики Казахстан, рассказавшие о мерах борьбы с производителями фальсификата. Репортаж Марка Брюшко. Пожалуй, главной отличительной особенностью данного семинара являлось то, что среди его участников были не только представители юстиции, но и судьи, выступающие в ходе следствия. Они поделились опытом судебной практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Уважаемые участники, слово предоставляется... Участник семинара Гульнара Кокен в своем выступлении рассуждала на тему основных положений законодательства в области авторского и смежных прав. По словам женщины, из года в год количество выявленных правонарушений не уменьшается. Потому что у нас, наверное, в Казахстане есть уникальная система защиты прав интеллектуальной собственности. Если сравнивать со странами СНГ, только в Казахстане у нас органы юстиции наделены правом осуществления контроля в сфере законодательства, в сфере интеллектуальной собственности, по обеспечению прав интеллектуальной собственности. В первом полугодии текущего года, несмотря на уменьшение количества произведенных проверок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выявленных правонарушений увеличилось на 23%. Этот факт свидетельствует о более эффективной работе департаментов в сравнении с прошлым годом. В 2005 году срок охраны авторского права был увеличен до 70 лет. В ходе семинара его участники обсудили опыт, проблемы правоприменительной практики в различных регионах по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с распространением контрафактной продукции. С начала 90-го года, когда в Казахстан вплынул поток продукции иностранных потребителей, как бы в это время мы столкнулись с проблемой контрафактности и фальсифицированных товаров. Шолпан Абдреева знает массу примеров того, как контрафактная продукция напрямую пагубно влияет на здоровье людей. По ее словам, во всем мире нередки случаи использования подделок, принимающие роковой оборот. К примеру, были случаи, когда был зафиксирован факт поддельного парацетамола в Нигерии, в результате которого погибло порядка 200 детей. Кроме того, ведь поддельные контрафактные изделия, они могут быть не только диски или какие-то учебники, это могут быть и маленькие винтики, которые используются, допустим, в машине или в двигателе того же самого самолета. Марк Брюшко, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Согласно закону Республики Казахстан, на территории города не допускается размещение информационных материалов, не отведенных для этого мест. Далеко не все соблюдают этот закон. Да и о чистоте Караганды можно поспорить. Акимат города, Центр по работе с молодежью, общественная организация «Мир добра» решили исправить такое положение и провели акцию «Караганда – чистый город». Наши корреспонденты стали участниками этой акции. Главная задача любой акции – привлечь внимание общественности и каждого карагандинца к существующей проблеме. Волонтеры всерьез взялись за работу. В этом им помогали и сотрудники административной полиции города. За 5 дней проведения акции только в центральном секторе Караганды было зафиксировано 50 административных нарушений. 47 человек привлечены к административной ответственности. А это штраф в размере до 20 расчетных показателей только для физических лиц. Для юридических лиц расчетный показатель чуть ли не в 10 раз выше. В данной акции совместно с сотрудниками правоохранительных органов участвует организация, общественная организация «Мир добра», где для жителей нашего города разъясняются статьи нарушения административного кодекса.
Волонтеры не только зачищали столбы и стены от нароста самодельных объявлений, но и проводили разъяснительную работу совместно с газетами. Раздавали листовки с главами из административного кодекса Республики Казахстан. Карагандинская акция «За чистый город» – это, конечно, не панацея от всех бед, но, может быть, у кого-нибудь вдруг проснется совесть. Караганда должна стать чистым городом. Это шахтерская столица. А как всякая столица, она должна иметь свое лицо. Сегодня чистый четверг, и ГУ, отдел внутренней политики, по его инициативе проходит акция, которая называется «Караганда. Чистый город». В ней принимает участие молодежное объединение, Центр по работе с молодежью города Караганды. С ней принимает общественное объединение «Мир добра». Активное участие принимает Казыбек-Бийский акимат, председатели КСК. Также в этой акции активно принимают участие собственники билбордной конструкции. Скажите, кто откажется отдохнуть в чистом сквере? Вокруг зелень, благоухают цветы. Да просто пройти с семьей доставляет удовольствие. Но нет, некоторым легче выкинуть мусор из окна, чем вынести его. В этом мы убедились, побывав на улице Кривогуза в новеньком сквере, практически в центре города. Уважаемые жители Кривогуза 3, убедительная просьба подойти к балкону. Мы на вас написали административное письмо. Конечно, никто не откликнулся. А вот участковый инспектор пообещал во всем разобраться, ведь подобные подарочки летят из окон регулярно. Казалось бы, что проще – взять свой бытовой мусор и выбросить его в контейнер, специально для этого предназначенный. 2 секунды. Но нет. И хотя наши люди в булочную на такси не ездят, тем не менее, добиться от них соблюдения чистоты и порядка в городе довольно сложно. Неужели только штрафные санкции их могут подвигнуть на соблюдение вот этих элементарных правил? Акция продолжается. Это только пилотный проект. Далее будет проведен флешмоб «Творим свое завтра». Уборка расклеенных в неустановленных местах объявлений тоже продолжится. Будут отслеживаться самые грязные улицы и выясняться причины загрязнений. Мы за чистый город. Мы как молодежь должны в первую очередь очищать свой город и стремиться за то, чтобы наш город был экологически чистым. В современном веке объявления ушли уже давно в прошлое, и поэтому более альтернативный вариант – это создавать газеты бесплатных объявлений. На то и направлены наши действия. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Вопрос о тарифе на проезд нужно решать комиссионно. Депутаты Гормаслихата постановили на сессии создать временную комиссию из числа народных избранников и общественников. Совещательный орган так и назвали – Временная комиссия по согласованию тарифа на регулярные городские и пригородные автоперевозки пассажиров и багажа в Караганде. Речь идет о созданию временной комиссии на тарифы на регулярные городские пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городе Караганде, принимаемые акиматом города Караганды. В связи с этим нужно создать временную комиссию. Также на внеочередной 23-й сессии Гормаслихата были утверждены составы участковых избирательных комиссий города Караганды. Напомним, в начале года в Карагандинский городской маслихат поступило 18 заявлений от членов избирательных комиссий об освобождении их от обязанностей членов избирательных комиссий. В заявлениях они указали различные причины и просьбы освобождения по состоянию здоровья, в связи с выездом за пределы города, выходом на пенсию и так далее. Поэтому сегодня места выбывших избиркомовцев заняли новые претенденты. Всего 45 человек. Хотя все 47 кандидатур подходили по всем правилам, но кандидат по номеру 122 не подходит по положенным критериям. Поэтому на этом избирательном участке есть свободное место. Марк Бюшко, Марат Култинов, Первый Карагандинский. В Караганинском государственном медицинском университете прошло обсуждение актуальности преподавания дисциплины «История Казахстана» как средство воспитания гражданственности, патриотизма, толерантности у будущих докторов. Подробности у нашего корреспондента. На встрече высококвалифицированные специалисты затронули такие темы, как актуальность преподавания истории Казахстана для студентов, каким образом лучше и качественнее преподать студентам эту дисциплину, и что нового в древней истории на сегодняшний день преподаватели могут открыть для своих студентов. Мы хотели поделиться с вами
своими мыслями, своими представлениями о том, как преподавать историю, какие новые задачи стоят перед нами, какие новые способы есть привлечения внимания и интереса молодых людей к истории. Карагандинский государственный медицинский университет – высшее медицинское учебное заведение в Караганде. Цель преподавателей – это не только выпустить высококвалифицированных специалистов, но и при этом учить их патриотизму, развивая человеческие качества. Ведь за последнее время молодое поколение стало забывать о своей истории. Молодежь хочет уехать из своей страны, считая, что там, за океаном, жизнь намного лучше. Но, по мнению собравшихся на этом собрании, задача историков – дать понять молодым людям, что здесь они могут развиваться и двигаться вперед, чтобы они знали и любили свою историю и свои корни. Ведь все начинается с любви к своей нации, своей стране. Это наше общее прошлое. Вот с этой точки зрения мы считаем, что изучение данной дисциплины, оно необходимо, в том числе и на неисторической специальности для студентов, например, нашего вуза. И тот факт, что студенты вот нашего вуза охотно изучают дисциплину, посещают и кружки исторические, вот моя коллега сказала, они охотно посещают, значит, музей, благо руководство поддерживает нас в этом и организует эти экскурсии. В медицинской академии будущим врачам историю Казахстана преподают так, чтобы они знали не только древнюю историю в целом, но и не забывали о древней медицине. Этому направлению они уделяют особое внимание. Люди знали не только металл, но они умели делать операции, так называемые трепанации черепа. Люди умели. Они не только эпохи, даже поздним каменным веком. И чтобы доступно объяснить студентам историю Казахстана, у преподавателей есть свои хитрости. Именно благодаря им учащиеся вовлекаются в процесс обучения с большим интересом, дискутируют и предлагают свои проекты. К слову, университет старается по всем дисциплинам проявить изобретательность в процессе преподавания. Вот для того, чтобы привлечь, мы предлагаем вот разные формы. Вот, на форме вот легенд, миф, экранизация и так далее. Встреча прошла благотворно. На ней преподаватели поделились своими мыслями, как привить ученикам любовь к своей истории. Хотя, как говорят сами преподаватели, на их парах студенты в потолок не смотрят, а спорят и слушают, высказывают свое мнение. К слову, для других студентов двери КГМУ всегда открыты. Они могут прийти и тоже погрузиться в древний мир Казахстана. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит. Новости спорта. С ними вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В Новосибирске на Кубке мира по пауэрлифтингу из Емулёжа наш земляк занял второе место. Победа далась ему не так уж легко. О том, как это было, расскажет Амина Смакова. Карагандинец, президент Федерации по пауэрлифтингу Карагандинской области Акмаль Маткаримов на Кубке мира по пауэрлифтингу из Емулёжа занял второе место. В общей сложности пауэрлифтер поднял 547 килограмм. Поднять 547 килограмм для обычного человека – настоящее безумие. А вот для пауэрлифтера дело не такое уж и затруднительное. Тем более для тех, кто упорно готовится и идет к своей цели. Мы о Кубке мира узнали за полгода и начали подготовку за 3 месяца до старта. Вот мы начали готовиться уже в мае. В мае началась подготовка. Постепенно, потихоньку готовились на Кубок мира. Хотели как бы занять, конечно же, первое место. Акмаль занял второе место. От первого его отделили лишь некоторые преимущества соперника. Он как бы конкурент, скажем так, соперник, победитель, первое место. Он не выиграл меня. У нас получилось так, что мы собрали общую сумму 547,5 килограммов. И он весил на пару килограммов больше, меньше, чем я. И, соответственно, первое место присудили ему. Это не последняя победа Акмаля Маткаримова. Чемпион поставил перед собой большую и вполне осуществимую планку – поднять как можно больше килограмм, а также завоевать для страны как можно больше призовых медалей и развивать пауэрлифтинг в Казахстане. Ведь спортсменов, которые любят такие тяжести, немалое количество. Амина Смакова, Боржан Алипов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.
Уважаемые любители футбола, 29 августа на стадионе «Шахтер» города Караганды на светодиодном экране будет прямая трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором карагандинский «Шахтер» встречается с «Селтиком» из Шотландии. Первый матч закончился победой горняков со счетом 2-0. Это все спортивные новости первого карагандинского. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 42 06 49. Всего доброго. До свидания. Аман саубонгздар.